Усть-Каменогорские торпедовцы в очередной раз побывали в гостях у воспитанников Восточно-Казахстанской областной специализированной школы-интерната для детей-сирот. На этот раз детей ждал настоящий спортивный праздник. Игроки «Касцинк-Торпедо» сыграли товарищеский матч с командой интерната. Хоккеисты уже дарили ребятам коньки, а в январе на одном из домашних матчей вручили своим юным болельщикам и клюшки, пообещав приехать через месяц. И вот встреча состоялась. Перед началом игры торпедовцы провели небольшой мастер-класс. Броски, передачи, обводки и, конечно, финты, без которых не обходится ни один игрок. Затем команды скрестили клюшки. Матч прошел при поддержке многочисленных болельщиков и завершился победой команды интерната 4-3. Некоторых тяжелее шайбу забрать, чем, например, даже у Курачева Андрея. Ну а так весело, конечно. Так нормально катаются и как бы я некоторые очень быстро разбегают. Я тут полчаса за одним гонял, шайбу не мог забрать. Мальчишки очень хорошо подготовлены, классно играют. В принципе, много забили нам голов. Интересно было с ними поиграть сегодня. Я думаю, да и ему в удовольствие было с нами поиграть. Тоже всегда, когда в детстве был, всегда на открытом льду играл. Даже как-то вспомнить, и как раньше, интересно. Мальчишки молодцы, заливают тут, говорят, каждый день, как бы сами играют. Тут чистят лед. Ну, хороший, в принципе, для дворовых-то, в принципе, нигде даже такого не видишь качества льда. Молодцы пацаны, видно, что они катаются каждый день. Прям нацеленно бегут на ворота. Сначала выбрасывания я даже не ожидал, он побежал, понес. Вот. Ну, хорошо, что у них инвентарь есть, в принципе. Ну, есть возможность, чтобы хоть как-то покататься. Это радует. «Касцинк-Торпедо» в этом матче представляли также защитники Александр Родионов, Андрей Курачев, нападающий Александр Волжанкин и вратарь Роман Штефан. Уезжая, торпедовцы передали детям сладкие гостинцы и пригласили на очередные домашние игры. Наталья Столбовская, Денис Костев, пресс-служба «Касцинк-Торпедо».